Как надоест ждать волну, приходите к нам. Тут весь экшен. А когда вам надоест ждать внимания, приходите на пляж. Беттани Хэмилтон выкладывается по полной. Думаю, ее ждет большое будущее. С таким стремлением и силой воли она пойдет далеко. Ночь полнолуния, поедем кататься. Прости, мам, но мне очень хочется покататься ночью. Ты меня отпустишь? Нет. Не знаю. Еще один фильм, основанный на реальных событиях. Как нам повезло, что мы можем кататься каждый день. Звони 911. Сигнал северного пляжа. Нападение акулы. Приготовить операционную. У нее гиповолемический шок. Список всего, что тебе придется научиться делать по-другому, обширный. Я так больше не могу. Как с этим справимся? Постепенно, день за днем. Я не могу, не знаю. Почему порой случаются самые ужасные вещи? Но нужно верить, что все это только к лучшему. А это что такое? Письма от твоих фанатов, мы сортируем их по странам. Восьмиклассник из Северной Каролины потерял руку и будет пробоваться в футбольную команду благодаря мне и болеет за меня на следующих соревнованиях. Пап, нужна твоя помощь. Это будет непросто. Просто мне нужно. Главное, чтобы было возможно. Великие серферы знают, когда идет лучшая волна. Чувствуют. У тебя есть этот дар. Если можешь преодолеть потерю, если выживаешь вопреки всему и никогда не говоришь никогда, ты становишься чемпионом. Анна София Робб, Хелен Хан, Кэрри Андервуд и Деннис Квейд. В фильме «Soul Surfer». Смотрите в апреле.